Все, народ, выходим из номера. На все про все у нас было полчаса. Немножко переоделись, я даже штаны одела такие песочные. У-ху, не джинсы, короче. Вот, и сейчас выезжаем на сафари в Цаво. На небольшое сафари, двухчасовое. Ну, точнее, мы уже в Цаво, как вы уже помните, на небольшое двухчасовое сафари выезжаем. И надеемся увидеть каких-то интересных животных. А вы с нами? Ну что, выехали из отеля. Смотрите, как же отличается Цаво от Амбасели. Такая бурая земля, зеленые территории. Ну, наверняка кого-то интересного мы здесь сегодня увидим. Подъехали мы поближе. Это Waterback называется. Бычки или косули. Какая попка оригинальная. Посмотри, класс, да, и с рогами. На жаре, вот шучу ему это. Да, сейчас 4, мы только выехали, жара дикая. Нет, чтобы подойти к нему. Как называется это животное? Ага. Ну, как обычно, мужик с рогами, женщина без. Очень. И мы в Цаво. Надеемся здесь увидеть с вами хищников. А вот смотрите, геренук, их два даже. Вообще их очень тяжело поймать. Это жираф-газель. Очень красивая. Ну, посмотри, передние ножки очень тоненькие, если конечно. О, сейчас этот мальчик. Пытаемся их поймать, чтобы вам показать. Но они такие как славные, прозрачные. Даже не могу вам передать. Реально прозрачные? Боже, какой. Балет отдых. Вот это жираф, газель, геренук. Ай, красавчик. А задние ножки потолще. Толкатель. Они такие прозрачные, что их даже на камеру тяжело поймать. А вот увидела, да, реально. А кушает что-то. Ну, это какой-то сероватый слон, да? Мы видели красных, и написано, что Dusty Red, пыльные красные слоны, водятся именно вот в этом парке Цаво. Это такой серенький, но огромный. Он просто, ну, метра 2,5. Как там метра? Высоту. А, высоту я даже не знаю. Ну, 2,5, по-моему, больше? Больше, 3 где-то, я даже не знаю, что вам сказать. Но он так далеко, и знаете, хорошо, что далеко. Кто-то потребещал уже. Уехал. Его кустик прям. Такая красота. Ой, он. Так, ну далеко. Ну как далеченько? Наверное, 100 метров. Вот, ну, 200, ну, 100, не-не. Ему этот кустик понравился. Уши расправил. О, шорох такой. Шурши. Спрятался. Реально, скажи. Реально не скажу. Там не скажу, там слон. Не, ушки видно. Ну, это мы знаем, что он там. Подходишь ты к кустику, угу. И все. И вдвоем, да? Угу. Вот так слон замаскировался. Зебры гонялись только что.
за импалами, импалы за зебрами игрались. Вообще, какая красотень, прям, друзья. Кстати, смотрите, вот зебры тут такие, немножко... А ты не стоп, приз? Сэнки, вот, сейчас нас остановится. А смотрите, зебры здесь тоже такие вот... Стилизованные по цвету. Бурые трошки. Животные, на эти узоры, не знаю, вечно можно смотреть. Вот это хозяйка дома. Которая справа? Это мальчики. И ветер дикий. Да, когда они станут сильнее, чтобы... Чтобы, да, чтобы бороться за стадо, тогда они должны драться с вожаком. Да, это маленькие мальчики еще. А зебры веселятся. Они реально, как в мультике Мадагаскар, в марте такая веселая зебра была. Они такие есть, по сути. Ржачные, смешные, там, попадаться, помехаться. Грациозненько по кругу только что газельки Томпсона побежали. Как-то идут по кругу. Ой, дерутся вдвоем, смотри, попадаются, учатся, видишь? Аж слышно. Стучат. Удрал. Да не готовится. Мы много раз видели уже с одним рогом разных видов газелек. И надеюсь, вам слышно. Ветер тут сильно просто в нашу сторону. Меняя шапку, сдувает очки. Ну, интересные такие газельки. Газельки Томпсона продолжают сражаться, нет, посмотри. А из этой импала газель? Газель. А это Гранд газель, это не Томпсон. Посмотрите, прям сцепились. Сейчас у кого-то, да, звук такой. У кого-то рог может и стукнуть. Треснуть, точнее. Ой, там вдвоем еще. Правильно, лучше убежать. Это скорость. Посмотри, быстрее, за птицей. Нет, непонятно. Вопрос от кого? А это он тренирует. Быстрее, быстрее, как попрыгал. Вообще, грациозненько попрыгал, всех птиц они между собой перебудил. И вот стоит победитель, ждет. Ну давай, подходи еще ко мне. А там еще двое. И вот такая у нас дорога. Хищник лежит себе спокойненько. Ты и... не поняла, да? Я вообще не поняла, я даже подумать не могла. Я плачу, как я тебя вижу. Когда Наташа мне показывала, я думала, она шутит. Надеюсь, вам слышно, тут ветер сумасшедший, но... Боже мой. Еще раз. Львица, машина. Вообще фантастика. И это Цаво, национальный парк Цаво в Кении. Здесь много хищников. Просто щурится на солнышке. Какая умничка. Помнишь, и гиена лежала вот так, только она в водопадике. Вот такая красота. Она не боится и уходить не собирается. Ну, правильно. Ну, я
даже подумать не могла, что так близко можно увидеть львицу. Вот так вот. Просто не можем этого места оторваться, ну как же круто. Машина заводится, вообще, я уже убежала. Нет, это что, царица? Царица, этим все сказано. То есть мы одни остаемся в одиночестве. Мы просим Ателя еще ближе подъехать, он развернулся уже, чтобы не быть окном. А вот еще красавица лежит. Как он говорит, вы видели двух мальчиков в Мбаселе? А теперь вот вам две девочки. Две красавицы. Ну разве не прекрасно? Нет, а ну встань напротив, смотрите просто, Наташа возле, возле Лёвы. Сколько? 5 метров? Лёву погладить. 5 метров. А это вот, смотрите, типичный Симба. Кстати, может реально. Может, водитель потому не хотел подъезжать. А вы бы так близко подъехали. Так, солнце поднимается, мафия просыпается. Заметили слоников в кустах. Это именно красные такие слоны. А слоника-то в кустах и не заметили. Да? Это вот... вот красные слоники. Какие у них ножи еще длинные. Да. Эти вот Red Dusty. Красные пыльные слоны, которых можно увидеть только в ЦАО. Подожди, это два мальчика? Ну, если бивни, то мальчики. Да, и у того есть бивни. Слушай, ну тут природа вообще, там вот дальше... Ой-ой-ой, дерутся. Дерутся. Ты... Лица, что ли, хоть бы не разозлились и на нас не побежали. Да, птичка побежала, смотрите. Я говорю, такая природа, там дальше скрыла, как будто бы эти поля для гольфа. Но это не... Они что, дерутся и замерли? Что-то дерутся так себе, по-моему, они уснули. Задвигались. Разошлись? А там третий же еще. Не. Может, за самку бьются? Ох, как бивнями лупанул-то! Так, ну они уже где-то в 80 метрах от нас. Это вот сейчас пойдет и жопой сядет. Смотри, это большой гонит маленького, прогоняет. Ну, маленький еще нормально сопротивляется. Нет, третий это тоже мальчик. Сейчас он выходит с левой стороны. Вот так вот, битва слонов у нас на канале. Ставьте лайки. Ну не такой он и маленький. Левый поломатый. Или не, поломатый, правильно? Поломанный. Ага, вон выходит.
из кустов еще. Здоровые. Ой-ой-ой, он прям направил. Он прям агрессивен. Да не, какой он маленький, они одинаковые слонища. Вот тот вот маленький, по-моему, сзади вот подходит. Он не очень большой. Ушко, ушко у этого, который вот первый. У него все такие дырочки. Ох, как ветер дует. Надеюсь, вам слышно. Надеюсь, я удержу телефон. Да не, не балуется. Чего он спиной поворачивался? А чего они к нам идут? Давайте туристов от этого. Давайте с туристом поиграемся. Вон у нас машина возле нас уже завелась и уже, по-моему, дропака дает. Но мы еще стоим. Мы еще стоим. Мы еще стоим. Пора ехать. Мы уже едем. Yes, go! А теперь валим. Да-да, go, go, my friend. Давай едем уже, едем. Он сейчас на нас выйдет. 10 метров. 10 метров. Валим, валим отсюда. Смотрите, просто. Ой, я что-то увидела у него между ног. Пока Наташа что-то разглядывает у них между ног, я показываю, как далеко они были. Мы завелись, и они сразу повернулись. Ну, вот это 10 метров. Ну, хвост у него между ног. Господи, ну что здесь такого? Хвост там висит. Ну и хорошо, снова 18+ ставит на видео. Все, он забрал. Вот у того посмотри. Ну, нормальный такой слон. Ох ты, как он нас прогнал. Сказал, идите нафиг отсюда, туристы. Он понял, что мы туристы. У нас пропуск есть, мы живем здесь, слоник, честно. Не надо за нами бежать. Сейчас в этом пропуск. Ну, главное, чтобы эти вот, они уже тоже подкрадаются через терми. О, он дорогу переходит. Ладно, мы же не мешаем, красавчик, иди, конечно. Главное, что мотор заведен. Ой, мой. А вот он и пыльный, красный пыльный слон. Ха. Это нечто, друзья мои. Это цава, это сказка, это гения. Вообще просто. Я же говорю, что они игрались, вряд ли они дрались. У него в ушке дырка. Да, это я видела, такое, когда он к нам шел, такое. Я уже его хорошо разглядела, несмотря на то, что у меня зрение плоховатое. У тебя сразу все обостряется. Да, обостряется сразу все. Ну давай переходи вот сюда, наверное. Просто наблюдение за живой природой. Ну, слоны так они так они посматривают, что мы здесь. Они так чуть-чуть так опа, опа. Сейчас, если он рванет, главное, чтобы машина завелась. Ну, машина уже заведена, чтобы не тормознула. Да, у того что-то дырочка в ушке. В ушке малина вам, что-то с дырочкой в правом боку. Но это было про ежика. Это слоник. Это Наташа и наш канал. Красота какая. Чтобы они не обходили. Ну, нас да? Не обошли, да. Он снова начинает какие-то игрульки свои, пирульки. Мне кажется, это первый девушка, который нас последний раз сейчас. Да непонятно. Ну ладно, главное, чтобы они мирно жили и нас не трогали. Ох, ветрюганище какой, слоник снова направляется к нам. Между нами снова где-то 20 метров, но остановился, все в порядке. Ха-ха. Народ, ну как вам? Мне страшновато. Ну да. Слоники! Возвращаемся в отель уже вечереет, и вот смотрите, птички марабу собираются спать. Вон еще есть одна птичка, там сидит. И там вон справа, они кажется. Да, справа сидит. Уже они огромные, просто огромные. Птичке марабу пора спать. Ну и нам тоже, наверное, пора.
А вот возвращаемся сюда вечером, смотрите. И вот слоники уже или попили, идут пить. Такой просто сумасшедший красивый закат в центре Кемпцаву. Ресторан, территория, наш домик, звуки вот такие. Класс. Всем спокойной ночи.